Даже при минимальной ставке с Salimbet ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок – больше бонусов. Бонус-клуб Salimbet. Salimbet. Максимум от игры. Ну, как и ожидали, тут игра была за 6 очков, поэтому и Нижний борется за то, чтобы остаться в премьер-лиге. И мы тоже пытаемся вылезти наверх. Поэтому игра где-то, может, в начале не была такой искрометной, да, где-то, может быть, больше было забросов, подборов, там упрощали игру. Ну, это я уже объяснил, чем это связано. Вот. В принципе, игра была до гола. Удалось нам забить. Поэтому то, что там в конце происходило, это уже и массовое удаление было. И понятно, что соперник как хотел нас вскрыть за счет того, что с фланга передачи туда уже Гацук пошел. И верховые передачи, или сброс, или удар. Но один момент к этому привел. Так, первый вопрос. Владимир Владимирович, вы говорили, что с «Динамо» вас не устроила концовка матча. Сегодня тоже была так, не очень концовка. Я говорил с «Динамо»? Ну, меня не было еще. Нет, вы говорили, что концовка матча, которую вы смотрели, не очень понравилась уже после того, как пришли факи. Нет, я не говорил, что мне не понравилось. Я говорил, что просто было два момента у ворот факела после, в концовке дополнительного времени. Вот это я говорил, но я не говорил, что мне не понравилось. Я к тому, что тоже концовка была далека от идеала сегодня. Показалось, что у факела контр-игра исчезла совсем. Вот как вот на ваш взгляд, в чем причина? Ну, у нас на 70-й минуте игрока удалили. Мы играли на одного игрока меньше. Не заметили? Ну, понятно, в принципе, да. Ну, соперник хотел отыграться, поэтому нам пришлось обороняться. Да, мы в какой-то степени отбивались. Груз ответственности на игроков давит. Вот с этим я связываю вот эту вот концовку. Традицию продолжили, вот я имею в виду, на стол спрыгивать, или тут было единоразовые акции? Вы же знаете, что тут стадион строят? В Воронеже. Новый стадион будет. Ну да, конечно. Вот. Когда мы туда перейдем, я там запрыгну. Спасибо. Вадим Валентинович, поздравляю вас с победой. Скажите, что в матче с Ростовом, что сегодня факел открывает счет и, по сути, добывает победу именно во втором тайме. Что вы говорите футболистам в перерыве? Какие-то мотивационные речи или что-то по игре меняете? Ну, каждая игра по-разному, поэтому сегодня было много значений и стандартные положения, как у своих ворот, так и у чужих, если брать сегодняшнюю игру. Мы мало дали сопернику, как подавать угловых, штрафных. Ну и так хорошо сыграли. А то, что говорится в раздевалке, ну это конкретные или командные действия, или индивидуальные действия, что было и что надо исправить в перерыве. То, что мы забиваем во втором тайме, ну, это хорошее качество команды. А еще можно вопрос по поводу удаления Евгения Маркова. Будут какие-то индивидуальные последствия или беседы с ним? Но он сам понимает то, что он подвел команду. Понятно то, что вторая карточка – это борьба, да, там без рук сложно бороться. Но вот первую карточку, да, он не должен был получать у нас. Еще там есть игроки, а он уже вторую игру так как бы нарушает правила. Если с Ростовом ему не дали карточку, то тут дали. Поэтому поговорим, объясним, накажем. Спасибо.
Валентинович, добрый вечер, с победой. Скажите, решающий момент, 11-метровый штатный пенальтист Георгий Гангадзе уже был заменен. Роман Акбашев второй номер или уже определяли по состоянию? Ну, у нас есть установка, и вторая игра уже, как я руковожу командой, поэтому на установке все это обговаривается, показывается, кто подает штрафные, кто пенальти бьет, кто капитан и все остальное. То есть там все написано, все прописано. Поэтому у нас на тот момент был еще Апаев, был Акбашев, поэтому, видимо, Апаев, как мы видим, все силы отдал, у него ноги сводил, поэтому взял Роман мяч и уверенно реализовал. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, есть ли уже какие-то данные по состоянию здоровья Козырева Павел? И второй вопрос, второй игру подряд начинает со второго тайма Иратик. Это вот как бы он еще не готов на всю игру, или это ваши технические как бы задумки? Спасибо. Почему он готов? Я имею в виду Кискискери, он готов. Просто был состав, который обыграл «Динамо», поэтому он пропускал по карточкам, ну а мы приняли решение, что состав не менять на Ростов, поэтому оставили. И игроки Мендель, Яковлев и Якимов играют, что их нет повода менять, поэтому и сегодня мы выпустили эту группу, хотя в недельном цикле мы наигрывали и Квискискири, и в других позициях, других игроков. Поэтому посмотрели на тренировке, как кто выглядит. Есть еще тактические варианты. Мы считаем то, что, в принципе, с задумками, которые мы планировали, мы справились. И по Хазеру? По Хазеру, ну, он отдается каждую игру до конца, и он практически там 85 минут играет, поэтому его или в конце меняем, да, когда уже сил нет. Но у него есть качества, которые как бы они для нашей команды имеют большое значение. То есть цепляется за мяч, в любой ситуации оказывает давление. Поменяем мы его сегодня раньше, особенно когда было удаление. Может быть, соперник почувствовал какую-то слабинку. А так, когда Апаев есть, всегда есть опасность. Владимир Владимирович, если можно еще один вопрос. Предстоит матч с Локомотивом. Насколько он для вас сейчас принципиальный или уже просто игра обычная за 3 очка? Ну, давайте тот счет 21-45, да, порадуемся победе над Нижним Новгородом. Завтра будем дома над Локомотивом. Хорошо? Да, еще вопрос. Огромный баннер был на восточной трибуне, да, посвященный был. Вам. Вы видели? Как это видел, было? Да. Видел. Очень. Очень рад. Очень рад. Ну, мне достаточно было в Ростове увидеть болельщиков и понять, куда я попал. Спасибо. С победой вас. Спасибо. Владимир Евгеньевич, вот вы говорили, что не любите много разговаривать, любите доказывать дело. Как вы считаете, вот за эти два матча вы доказали тем болельщикам, которые писали, что со всеми мы будем играть в автобус, мы не будем забивать мячей? Я на ночь не читаю газет. Я вот в этих, как вот... Вообще, у меня перед Ростовом была голова другим занята. Поэтому... У каждого есть человек свое мнение, поэтому он высказывает, кто-то вот, как вы высказываете, да, спрашивает общение, когда мы видим друг друга, кто-то вон в телефоне высказывает свое мнение. Что ж теперь поделать?